Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас обзор вскрытия вот такого вот замочка. Замочек объемный. Здесь есть такая вот маркировка. Вот. Ключика от замочка нет. Профиль ключа английский. И давайте попробуем его открыть. Так, для вскрытия этого замочка, первое, что мы попробуем это вскрыть, это нам необходим натяжок. Мы используем такой натяжок. Вот, и будем использовать, давайте попробуем в первую очередь прочес. Потому что если прочесик работает, это ускорит вскрытие. И всегда в первую очередь необходимо использовать прочес, если эта отмычка позволяет, ну, замок, вернее, позволяет его использованию. Там, если это не сувальник, допустим. Так. И мы видим, что прочес, по крайней мере, этот прочес не работает. Так, давайте мы поменяем отмычку и попробуем вскрыть вот такой отмычкой. То есть прочес в данном замочке, мы видим, работать не хочет. Ну, возьмем восьмерку. Проверим этот замок на вскрытие этой отмычкой. Оп. И мы видим, что замочек мы открыли. Так, поворачиваем до конца, вытаскиваем. То есть конструкция замочка, если мы вставляем ключик, мы видим, что после того, как мы проворачиваем ключ, внутри появляется блокиратор, который блокирует этот палец и не позволяет ему вылезти из замочка. Вот. Значит, так, давайте мы его еще раз откроем, возьмем другую какую-нибудь отмычку. Вот. И давайте попробуем вместо восьмерки мы возьмем вот такую вот отмычку.
В замочке 5 пинов. И мы видим, что мы открыли этот замочек. Так. Вот. Значит, такой вот замок, такое видео. Минусы этих замков — это то, что здесь можно закрутить шуруп и с помощью монтировки вырвать этот замок и потом отверточкой вытянуть фиксатор и открыть этот замок. То есть или вытянуть, или провернуть, точно не помню. По-моему, он выпадает после того, когда мы цилиндр вырываем. Данный фиксатор мы можем либо провернуть, либо вообще, по-моему, изъять и таким образом открыть этот замок. То есть замки сами по себе не очень надежные, именно из-за, не из-за вскрытия. Вскрыть можно любой замок, а именно из-за того, что здесь можно вырвать сам цилиндр. Вот. Поэтому как бы такие замочки, несмотря на то, что они габаритные и, казалось бы, такие мощные, то есть слабое место, ну, разве что вы возьмете, ничего вы здесь не сделаете. Даже если разве что не получится, по-любому этот цилиндр вырвется, если засверлить сюда шуруп и вытянуть его с помощью монтировки. В общем, на этом я заканчиваю это видео. Если видео было полезно, ставьте лайк. Вот, подписываемся на канал. Вопросы и отзывы можете писать под этим видео. По возможности отвечу. Всего хорошего.